конечно. Да мы уже знаем, мы по крови определили. Но все, скажите. Всем привет! Сегодня мы сходили утром на плановое УЗИ, а сейчас мы приехали на работу. Немного покажем процесс работы и наш цех. Затем отметим УЗИ в ресторане. Не переключайтесь, в конце ролика будет интересный монтаж штор в красивом загородном доме. Приехали на работу. Вот так нам водитель разбил машину и через пару дней уволился. Вот такие же бывают тоже огорчения на нашей работе. Посмотрите, в каком состоянии бампер. Теперь покупать только новый. А после, пока ходил за техникой для съемки, нечаянно разбил защитное стекло на объективе. Объектив вроде цел. Но мы приехали на съемку замечательного объекта. Посмотрите работу нашей компании. Добрый день! Вы на канале компании Като и Гладпро. Сегодня у нас монтаж красивых и модных штор в викторианском стиле в загородном доме. Проект вела дизайнер Антонина. Если вы еще не подписаны на наш YouTube канал и Яндекс.Дзен, подписывайтесь, у нас много классных роликов. Монтаж штор начинается с установки профильного карниза в стену. В наших изделиях мы всегда используем шторную ленту не уже 8 см. Широкая лента дает хорошую жесткость и отлично держит ровную складку. Она не позволяет провисать полотну от крючка до крючка. После развеса дизайнер тщательно отпаривает каждое полотно. Досмотрите видео до конца и вы увидите фото штор в интерьере.
Дизайнер Антонина приступает к развешиванию штор в рамках данного проекта. В первую очередь используется нежная белая тюль с изысканной вышивкой на всем полотне. Затем следует установка плотных портьерных штор в викторианском стиле, дополненных роскошным ламбрекеном, украшенным по нижнему краю декоративной итальянской бахромой, соответствующей цвету основного полотна. Эти элементы совместно создают гармоничный и единый дизайн интерьера. Далее мы переходим в кабинет. Здесь перед дизайнером Антониной стояла задача гармонично сочетать мебель и стиль всего дома, а также удовлетворить желание клиента по роскошному оформлению окна с использованием штор от нашей компании. Мы выбрали римскую штору из велюра, дополнив ее роскошным ламбрекеном. Нижняя часть римской шторы украшена декоративным сутажом. Какие шторы наилучшим образом сочетаются с викторианским стилем? Разумеется, это шторы с ламбрекенами. В данном проекте мы демонстрируем, как элегантно и современно украсить дом с помощью изысканных штор. Наши заказчики в восторге, и для нас это наивысшая оценка. Мы гарантируем высокое качество, убедитесь в этом сами. Откройте для себя мир изысканных штор вместе с Като и Гладпро. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, он посвящен дизайну штор на заказ и тому, как можно невероятно украсить интерьер текстилем. У нас очень много красивых видео наших работ, переходите, смотрите и комментируйте. Мы благодарны каждому нашему клиенту за доверие в оформлении ваших окон. Мы создаем красивые шторы для красивых интерьеров. Звоните прямо сейчас, и они станут вашими. Добрый день, меня зовут Антонина, я дизайнер компании Като и Гладпро. Сегодня мы делали монтаж в загородном доме. У нас вот такая вот красота с ламбрекеном, такой нежной тюлью. Все это на профильном карнизе. Ламбрекен мягкий, держится на липучке. Карниз также идет с липучкой жесткой. Все держится очень крепко. Шторы мы подбирали нежную расцветку обоев. Также у нас такой вот нежный ажурный тюль. Сеточка французская, задекорирован также и низ, очень красиво струится. Подхваты у нас жесткие, также на бандо. Мы задекорировали такой вот декоративной тесьмой с бомбончиками. Такая же тесьма у нас и на ламбрекене, на свагах. Для интерьера также мы сшили подушечку с такими вот веселыми бомбончиками сюда и с руликом бархатным, чтобы поддержать общий стиль нашей комнаты. Здесь у нас спальня с такими нежными портьерами. Сейчас мы переходим в кабинет. У нас там римская штора. Мы находимся в кабинете. Здесь у нас массивная мебель такого вот насыщенного орехового цвета, темного. Мы решили также подобрать сюда насыщенные оттенки, чтобы все это в композиции смотрелось вместе очень органично, и мы выбрали сюда вот такие вот серебристая основа ткани и золотистый такой вот темноватый орнамент, классический дамаск, мелкий. Также мы выбрали как компаньон ткань вот такого вот насыщенного темно-золотого цвета,
Она с эффектом мерцания, с эффектом травления, это велюр. Также мы задекорировали нашу римскую штору декоративной тесьмой с бубончиками. У нас довольно-таки интересный здесь лабрикен. Он как бы двойной у нас. Переходите на наш сайт, смотрите портфолио, подписывайтесь на наш канал на YouTube и Яндекс.Дзене. Там вы можете посмотреть наши работы, качество выполнения или заказать шторы для себя. Наши дизайнеры работают на выезд по Москве и всей Московской области. А если вы проживаете в других городах России, вы можете заказать у нас готовые комплекты штор. Ссылка будет в описании.